решил доверного уже разыграть, запутать соперников. Но они не запутались. Долгих бросает и забивает! Ну, это, надо сказать, был рейд. Не просто проход по чужой зоне, а самый, что ни на есть, хищный рейд Влада Долгих. Не попал, конечно, изумительно, но вот ситуация, с которой мы прежде в этой серии не сталкивались никогда. Лисы ведут в счете. Вот и все поменялись. Гуревич вошел в зону, прячет бросок! Итай Гуревич что делает? Итай Гуревич разбивает и приносит победу мамонтам Югры. Фантастика, воспитанник новокузнецкого хоккея. Все делает сам, и мамонты Югры остаются в одной победе. Шайба занял Маза шайбу, честно. Надеюсь, здесь долетает шайба до Мельчакова. И какой сейв вратаря снова. Ну вот это, по-моему, в топы. А должно войти. А выручает вратарь. По поводу финалиста Кубка не буду давать никаких прогнозов, это слишком предсказуемый молодежный хоккей. Теперь контратака в другую сторону, уже открытый хоккей у нас сегодня. Лутфуллин, Егоров на Лутфуллина, Поляков, 2-1. Да, ну вот так вот, я думаю, что в открытом хоккее, конечно, не стоит динамовцам состязаться, хотя до этого был очень хороший момент у хозяев. Ну и не забиваешь, ты забивает тебе. Будут при 5-2 снимать вратаря, вот не знаю. Не исключал бы. Романов пас! Сураев хэт-трик. Вот он показывает, да. Три. Романову там еще досталось потом, но 6-2 теперь уже вратаря точно снимать не будут. 6-2 гейм-сет-матч, как говорится. Потрясающе действует Сураев. Настоящее вот это снайперское чутье у него. Здесь, конечно, Романов обыграл всех и успел в падении отдать, потом в него еще там врезается Гусев, но Сураев в этот момент уже шайбу в ворота отправляет. Так, казанцы в меньшинстве, втроем против одного. Хоп-хоп-хоп. А это гол, нет? Или не гол? Он выловил эту шайбу до дистанции. Слушайте, казанцы руки подняли. Во-первых, непонятно, как нижегородцы в меньшинстве выпустили троих соперников на защитника и голкипера. Так непонятно, как шайба не попала в ворот. Да, я постараюсь больше. Матвей, ты сейчас в Барсе этот сезон. Как вообще? Все-таки, ну давай паузу. Ой-ой-ой-ой-ой, не вовремя я начал этот разговор, но индивидуальное мастерство, ошибка защитников. В чем тут причина этой шайбы? На первый план выходит индивидуальное мастерство Вячеслава Малова, на мой взгляд. Он здорово добавил ногами, но большой защитник обкатил. Напомню, что вчера Малов третью шайбу забросил, она в итоге, нет, да, она в итоге стала победной, связать Силаева и Свищева. Да, Вячеслав Малов, у него две шайбы и одна передача, плей-офф. По регулярке у мамонтов Югры было 24% попыток. О-о-о, какой силовой прием! Добро пожаловать на нашу старую мельницу. Мощно. Неудивительно, что после этого атака мамонтов Югры прекратилась. Это просто полная деморализация. Широканов продолжает искать партнеров. И здесь, ой-ой-ой, какое спасение от Мельчакова. Хватается сейчас за голову Магомед Широканов. Отскок, ну, просто сказочный был для защитника московского «Динамо». Но Мельчаков, наверное, единственный шанс у него был спасти свою команду из тысяч. Не нашел шайбу Граф, а если бы увидел, то мог бы добивать пустые ворота. Артемьев. Побежал Артемьев. 1-0 может выйти. Вот это, конечно, шедевр. Что сотворил Артемьев сейчас? Это шедевр от Сергея Артемьева. Сергей Артемьев показал свое индивидуальное мастерство. Обыграл защитника один в один. И четко в дальний угол, в дальнюю девятку. Без шансов для Саранчука.